В областном центре сгорел частный дом на перекрестке улиц Лежневская и Пророкова. Огонь уничтожил крышу жилого здания. За считанные минуты пламя охватило деревянные перекрытия на втором этаже. Прибывшим на место ЧП-спасателям удалось локализовать очаг возгорания и потушить огонь. По словам соседей, в момент пожара жильцы находились в здании, но успели вовремя позвонить по номеру 01 и выбежать из дома. По неподтвержденной информации, там проживала семейная пара с двумя детьми. Во время тушения пожара было практически полностью парализовано движение общественного и легкового транспорта по улице Лежневская. Говорить о причинах пожара сейчас преждевременно. Обстоятельства случившегося будут выяснять правоохранительные органы. В 15:52 сегодняшнего дня поступило сообщение по адресу улицы Пророка за горение частного дома. Диспетчерами 01 были высланы сразу подразделения. По прибытию первых подразделений горела мансардная часть на площади 60 метров квадратных. К тушению пожара у нас привлекалось 5 единиц техники. В количестве 25 человек. Погибших и пострадавших на данном пожаре нет.